В городе Кульсары Жилуевского района открылась теплица. Сельскохозяйственный объект объемом в 20 тысяч квадратных метров не имеет аналога в области. Одна из основных стратегий государства – воспроизводство сельскохозяйственной продукции, повышение спроса. Поэтому в обеспечении населения отечественной продукции новая теплица будет полезна всем. Теплица построена в рамках государственной программы. Строительство началось в 2016 году, завершилось в этом. На церемонии открытия объекта аким района поблагодарил представителей компании, которые оказали поддержку. Открытие теплицы дало возможность открыть новые рабочие места, а также это вклад в развитие района. Финансовую поддержку оказала компания USS. Общая стоимость тепличного комплекса – 1 миллиард 466 миллионов тенге. Здесь выращивают помидоры, огурцы, сладкий перец и баклажаны. Годовой объем – 670 тонн продукции. Жилжай кешені толықтай автоматтандырылған. Адами фактор. Комплекс полностью автоматизирован. Цена на продукцию намного ниже, привезенной из других районов. Экологически чистый продукт. Главный потребитель – компания USS и товарищество Тенгизского месторождения. Также теплица имеет возможность обеспечивать и весь Жилуевский район. Строительством тепличного комплекса занималась израильская компания. Оборудована современными технологиями. Все оборудования, необходимые для получения продукции, привезены из-за рубежа. Сейчас на объекте работает 30 человек. В регионе не хватает специалистов сельского хозяйства. В связи с этим руководители комплекса подписали договор с квалифицированными кадрами из Голландии. Они будут контролировать каждый этап, а также обучать местных работников. Диана Кайрымбекова, Жанат Молдашева, Хуана Шаязбаев, служба новостей, Жилуевский район.